Жители Бирска получат бесплатный шоколад в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Волонтеры помогают нуждающимся в период пандемии коронавируса. Доставляют сладости на дом пенсионерам и многодетным семьям. Ну, у нас есть четкая задача, это отработать там 1500 заявок по городу Бирску. И нуждающий получает целую коробку. Приходим к человеку, звоним ему в дверь, там, в домофон, ставим возле порога, собственно, бесконтактная доставка. Получаем его подпись и, собственно, после этого считается, что заказ доставлен. Ранее добровольцы раздавали продуктовые наборы. Каждая коробка весом 7 килограммов. Внутри крупы, масло, чай, сахар, конфеты. Продовольствие привозили и врачам. В частности, пицца от новосибирского производителя волонтеры доставили на подстанцию скорой помощи. Не только продуктами питания помогали. Были организации, которые готовы были средства защиты передавать. Были организации, которые привозили нам средства для хранения. Ну, то есть, допустим, там специальные коробки, в которых можно хранить, или очистители воздуха, антисептики. Ну, много всего на самом деле. Даже были какие-то запросы, которые не совсем нам подходили. Например, к нам обратилась одна компания, они готовы были предоставить очки. Но очки не защитные, а для зрения. Ну, в рамках акции это не совсем то, что было бы нужно нам.